Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Второе декабря – профессиональный праздник всех энергетиков России – День энергетика. Это профессия тех, кто делает нашу жизнь светлее. За официальным названием праздника целая история, полная свершений и созиданий, побед, а иногда и разочарований, людских судеб в отдельности и всего государства в целом. Наша профессия – родину освещать. Перефразируя крылатое выражение, сами о себе говорят энергетики. И нет здесь ни грамма пафоса или ложного патриотизма. Все правда. Сегодняшнее утро началось с торжественного открытия доски почета самого главного корпоративного стенда предприятия, на который мечтают попасть многие работники. Но удостаиваются этой чести ежегодно 12 лучших сотрудников. Добрая традиция начинать день энергетика открытием доски почета берет свое начало с 2008 года. В любое время года, дня или ночи, и в дождь, и снег, они всегда обязаны обеспечивать нас светом, желательно без ЧП и сбоев. Нелетной погоды у энергетиков не бывает. Год с борьбы с потерями, объявлен Россетями, для нас тоже выдался сложным и напряженным. И свою работу, свое время и силы мы направляли на снижение потерь и на налаживание порядка в данном секторе. В ТВ-Энерго работает 690 специалистов. Это люди в рамках своей компетенции обеспечивают работу всей электроснабжающей системы Тувы. Их руками и интеллектом поддерживаются техническая исправность и работоспособность 933 подстанций, безаварийное функционирование линий электропередач общей протяженностью 7000 километров. Сегодня энергетиков чествовали, им вручали награды и благодарственные грамоты. Я очень рада, что меня отметили. Поблагодарили за мой долголетний труд в энергетике, я уже более 13 лет, но не получила бы я данную благодарность без своего коллектива. Я очень люблю и выражаю огромную благодарность своему блоку реализации услуг, в том числе группам транспорта, районов электрических сетей. Без наших добросовестных операторов, инженеров ничего бы этого не было. Заслуженная награда нашла своего героя и в Ирзине. Аяс Хумбун в компании ТВ-Энерго трудится уже 8 лет. Он электромонтер по эксплуатации распределительных сетей. В выборе своей профессии он не сомневался никогда. Гордится званием энергетик. Да, я считаю эту работу важной. В современное время все. Вот электричество работает все. Каждый офис, дома, все тому подобное. День энергетика – это праздник не только действующих сотрудников, но и тех, кто давно уже на заслуженном отдыхе – ветеранов производства. Сегодня и они не остались без внимания. Для людей, которые отдали свою молодость и годы жизни, понятие «тепло» и «свет» – это не просто слова, а целая эпоха. Ну, я в ТВ-Энерго работаю, проработала 20 лет. Конечно, работа была по моему вкусу интересная, подвижная. Вот, коллектив хороший у нас был, всегда дружная, работа, все, ну, она всегда же бывает, где-то полегче, где-то потруднее бывает. Наступающий 2018 год ставит перед энергетиками новые серьезные задачи в части строительства и реконструкции сетей, борьбы с потерями обеспечения платежной дисциплины потребителей. Компания АО «ТВ-Энерго» продолжает дальнейшее поступательное развитие. Хотел бы поздравить всех энергетиков Тувы, всех энергетиков Сибири и нашей огромной страны с нашим профессиональным праздником Днем энергетика и пожелать всем крепкого здоровья, успехов, удачи в своей работе и семейного благополучия, счастья в личных делах. Желаем всем энергетикам благополучия и добра, новых профессиональных достижений и побед, крепкого здоровья, счастья, семейного тепла. С праздником, с Днем энергетика! Всемирный фонд дикой природы усиливает борьбу с браконьерством в Туве. В этом году сотрудниками отдела охраны заповедника «Упсунурская котловина» удалось провести дополнительные рейды в юго-западной Туве на территории заповедника в прилежащих районах. В октябре межведомственная бригада Республики Тыва под руководством заповедника «Упсунурская котловина» провели первый совместный рейд по территории охранной зоны заповедника в приграничной зоне России и Монголии.
В одной из урочищ участники рейда встретили следы самки снежного барса с котятами, а в 100 метрах от следов обнаружили задиры от когтей ирбиса на лиственнице. Три прохода снежного барса также зафиксировала фотоловушка в Мангун-Тайгинском районе. Так, второй рейд был организован в ноябре текущего года. Всего за время ноябрьского рейда межведомственной группы Тувы составлено 3 административных протокола, изъято 1 огнестрельное оружие, проведен опрос местных скотоводов, установлено 3 фотоловушки. В молоке Простоквашино жирностью 3,2% обнаружены антибиотики. Как информирует официальный сайт Федеральной службы Россельхознадзора России, это было сделано в результате исследований продукта в лаборатории, по итогу которых в продукции были найдены следы антибиотиков тетрациклиновой группы. Россельхоз сообщает, что результатом исследований станет усиленный контроль за подобного рода продукцией. А в случае повторного выявления антибиотиков на реализацию продукции будет наложен запрет. Ведомство также информирует, что в ходе совместной работы с управлением ветеринарии администрации Волгоградской области будет проведено расследование причин попадания антибиотиков в молоко. Сегодня временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Тувы вручил юным кызылчанам благодарственные письма и ценные подарки за проявленную активную гражданскую позицию и ответственность. Напомним, 7 июля Алдын вместе с бабушкой и 6-летним братом Мадером зашли в маршрутное такси на остановке почта и обнаружили на сидении оставленный кем-то дорогостоящий мобильный телефон. Мальчики, ни минуты не сомневаясь, решили вернуть его хозяину. Воспользовавшись тем, что мобильник не был заблокирован, Алдын вместе с бабушкой сделали звонок по одному из последних номеров, находящихся в списке исходящих вызовов, и сообщили, что нашли мобильный телефон в маршрутке. Договорившись о встрече, мальчики вернули телефон его владелице, которая, выходя из маршрутного такси, забыла телефон на сиденье. Этот случай не оставил равнодушным руководство регионального МВД. Было принято решение поощрить школьников. «23 декабря на час будет закрыт проезд по коммунальному мосту Кызыла. Мост через реку Енисей закроется с 10 до 11 часов дня в связи с реконструкцией мостового перехода. Так, движение грузовых и легковых автомобилей будет закрыто для проведения демонтажных работ архитектурных композиций на мосту», сообщает подрядная организация. Напомним, что в 2016 году по заданию главы республики проведена серия обследований объекта. Результаты экспертиз указали не только на аварийное состояние моста. Была установлена реально пропускная способность. Она оказалась выше нормативной за 8 рабочих часов до 18 тысяч единиц транспорта. Так, в ноябре стартовала реконструкция коммунального моста через реку Енисей. Общероссийский народный фронт предлагает привести к единому стандарту подарок новорожденному и финансировать его из госбюджета. В проект плана основных мероприятий десятилетия детства включено проведение субъектами страны совместно с российскими производителями товаров для детей акции «Подарок новорожденному». Предполагается, что в наборе для младенцев будет входить предметы отечественного производства – распашонки, подгузники, соски, бутылочки и погремушки. Все то, что может позаботиться о ребенке в самый первый период его жизни. Подобная акция существует в 80 странах мира и оказывает положительное влияние на рост рождаемости. Разработанные экспертами ОНФ предложения будут направлены в правительство. Отметим, что по данным Росстата, за первые 8 месяцев текущего года в России родилось на 12% меньше детей, чем за тот же период в 2016 году. С января по август этого года были зарегистрированы более 1 миллиона новорожденных, а в прошлом году в те же месяцы более 1 миллиона 200 тысяч детей. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 56 копеек, евро 69 рублей 52 копейки. Твоя жизнь, твой стиль, твоя оригинальность. Тони Моли, твоя натуральность и качество. У тебя есть идея, у нас воплощение. Будь собой вместе с Тони Моли. Официальный магазин всемирно известной корейской косметики теперь в Кызыле. Тони Моли. Yeah.
Для суровых зим суровые покупки. Даем стране угля и зимний противоморозный бетон. Участвуй в розыгрыше ценных призов. Подробности розыгрыша узнавайте по телефону 983-190-0006. Одевайся тепло, выгляди стильно. В магазине «Классика мода» представлена мужская, женская и детская коллекция верхней одежды. Пуховики и куртки различных моделей, горнолыжные костюмы. Каждый найдет здесь что-то свое. Торговый центр 5 звезд, первый этаж. Министерством образования и науки Тувы определен порядок отбора участников губернаторского проекта. В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием. Утвержден порядок отбора и определения претендентов, участников проекта дошкольного возраста. Порядок отбора и определения кандидатов в каждой общеобразовательной организации республики, также студентов. Таким образом, в ведомстве формируется единый республиканский список участников проекта на основании утвержденных списков, представленных муниципальными комиссиями. Основаниями для отказа во включении в список участников проекта вступают предоставление неполного перечня документов в соответствии с требованиями настоящего порядка. Это наличие лиц в семье с высшими образованиями в трех поколениях, установление факта недостоверности сведений в представленных документах. Лекарства могут начать продавать в супермаркетах. Минпромторг подготовил законопроект, разрешающий торговым представителям заниматься реализацией несложных безрецептурных препаратов вроде аспирина, анальгина, цитрамона или активированного угля, сообщает издательство «Российская газета». Продажа лекарств в магазинах будет стимулировать развитие конкуренции и может привести к снижению цен на отдельные лекарства. Магазины будут закупать лекарственные препараты у тех же поставщиков, что и аптеки, поэтому не стоит опасаться роста фальсификата на розничном фармацевтическом рынке. Кроме того, соблюдение требуемых условий хранения и реализации лекарств в магазинах будет контролироваться органами Росздравнадзора России. Минздрав в целом поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдения врачебного принципа «не навреди». Радиостанция «Голос Азии» продолжает прятать подарки. На этой неделе радиоквест «Замес майонез» и «Такси апельсин» предлагает отыскать бесплатные поездки на такси. По условиям игры слушателям предлагается разгадать загадку, в которой зашифровано место, где ведущие радио спрятали приз. Партнер квеста «Такси апельсин» дарит нашедшему бесплатные поездки в такси в любых направлениях и маленький витаминный бонус – апельсин. Вот такая загадка прозвучала сегодня. Сегодняшним победителем стал таксист. Замес майонез. Разыграть бесплатные поездки такси «Апельсин» будут в течение 2 недель. В такси «Апельсин» действуют выгодные тарифы. За проезд в 1 километр вы платите всего 14 рублей. Звоните по телефонам 66100 и 66200 или скачайте приложение для смартфона «Таксон» и получай 5 рублей бонусом за каждую поездку. Такси «Апельсин» – быстро, удобно, безопасно. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. «Отличные наличные» – больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике переменная облачность, небольшой снег, на дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег, ночью -28, -30 градусов, днем -20, -22. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные, займы до зарплаты.